Все упражнения выполняй, сидя на коврике по 12 повторений. Выбирай резину подходящей жесткости так, чтобы чувствовалось сопротивление, но движения не были скованными. Первое упражнение. Руки согнуты в районе груди, поочередно выпрямляй сначала правую руку, затем левую. Второе. Руки подняты наверх, по очереди опускай согнутые локти вниз до уровня ребер. Третье. Руки согнуты в районе груди, резина в ладонях и растягивай резину, как показывает Алина. Четвертое. Резина надета на руки. Раскрывай грудной отдел, растягивая резину максимально, насколько это возможно. Пятое. Резина на запястье. Разводи руки по диагонали в разные стороны. Это был круг из 5 упражнений. В этом комплексе сделай от 2 до 4 кругов. Следи за техникой выполнения и продолжай дышать. Увидимся в следующих видео.